Сегодня в Ижевске прошло расширенное заседание Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. В мероприятии принял участие президент страны Владимир Путин. От нашего региона в составе Бюро Союзмаш присутствует заместитель председателя правления Роснано, председатель Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир Аветисян, который также присутствовал на мероприятии. Среди участников заседания были полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. С докладами выступили председатель Союзмаш России, генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов, президент Лиги содействия оборонным предприятиям, глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организации ОПК Владимир Гутенев, зампредседатель Союзмаш России, генеральный директор акционерного общества «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, зампредседатель Союзмаш России, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и другие.